привет! Сегодня я хочу показать полный рабочий цикл трактора Massey Ferguson 7626. От перехода из транспортного в положение в рабочее полевое и как производятся полевые работы на примерах дисковых борозд Porsche. Сейчас я выезжаю на поле. Я буду. Все. Выехали на поле. Останавливаем трактор. Я буду. Следующие проводимые операции. Надо перевести диски из транспортного положения в рабочее. Джойстик вправо. Начинаем опускать крылья. Интересный еще момент есть. Для того, чтобы разворачивать или сворачивать агрегаты, такая функция есть, средние обороты, фиксируйте, вот нажимаем, так, сейчас не видно, вот на экране загорелось, включилось, даем полный газ, еще раз нажимаем и начинаем опускать в этом режиме диски. Специальный режим держит обороты между средними и высокими для оптимальной работы гидравлического насоса. Включаем режим, сбрасываем газ. Следующее. Надо снять бандажи с цилиндров транспортного положения. Приподнимаем. Это рычаг на подъем опускания дышла и развертывание-свертывание крыльев. Этот рычаг стоит у меня на управление задними колесами. Сейчас пойдем. Так, вот они, эти бандажи. Так, одно рукой неудобно. Стало получиться. Все, приспособился. И на заднем цилиндре все то же самое. Перед работой диски я промазал. Поставлю на паузу, потому что есть много, неудобно снимать. Так, вот я освободил шток. Вот они бандажи. Мажется в диски очень много промасленных мест. Если видите, солидол. Это не масленки. Также крылья, все промажется. Проводим беглый осмотр дисков, хотя я их уже проводил в мастерской. Все с ними в порядке.
Идем подготавливать и настраивать трактор к работе. Так. Видно. Слева от меня информативное табло. В верхнем углу написано заданные режимы оборота двигателя при работе полевых работ. Ой, извиняюсь. Индикатор температуры двигателя. Шкала заправки. AdBlue. Топливо. Давление масла. Также можно переключить заряд аккумулятора, посмотреть. Ну да ладно, сейчас привод настраиваем трактор для полевых работ. Первое, что делаем, это переключаемся в режим полевые работы. Вот сейчас у нас на экране видите зайчик. Я слон нажимаю. Зайчик переключается на черепашки. Полевые работы проводит трактор только в режиме черепашка. Переключается, перенастраивается полностью вся трансмиссия под полевые работы. Режимы скоростей. Следующее, что делаю. Все. Гидравлика настроена уже было заранее. Дальше выставляем обороты. Они уже выставлены, их только остается включить. Включаем передний мост, автоматическую блокировку и включаем полевой руль. Вот в чем разница. Смотрите, обратите внимание, чтобы мне полностью вывернуть колеса, сколько я раз прокручу рулем. Раз, два, три. Три оборота сделал для того, чтобы полностью вывернуть колеса. На полевом режиме, сейчас включаю, у меня настроено на самую чувствительную. Один круг. Можно сделать вообще будет то, что полукруга оборота руля вашего. У меня настроено так, не так удобнее. Все, это все настроили. Следующее. Выставляем обороты, автоматическая коробка, автоматические обороты. Снимаемся с парковочного пьяночного тормоза, нажимаем сцепление, загорелось движение вперед. Начинаем немножко двигаться. Опускаем диски. Все, ставим в плавающее положение. Крылья. Вот, видно. Второй и пятый цилиндр стоят в плавающих положениях. Они сейчас работают. Выставлено 2000 оборотов у нас. Минимальное переключение, когда будет понижение скоростей. Если оборотов подойдут до 1400. Эффективность работы трактора. Буду переключаться между гидравликой. Здесь указывается расход топлива на гектары, сколько расходуется топлива в час, сколько всего израсходовано топлива на определенный промежуток времени, который выбирается. Все, начинаем
ускоряем движение до гонки. Сейчас приостановлю съемку немного, начну снимать уже непосредственно, когда приеду к загонке, потому что уже поле дискую несколько дней. И смотреть, я думаю, то, что я продисковал, как еду к загонке, вам будет не очень интересно. Итак, я подъехал к загонке. Вот я остановлю загонку, опускаю задние колеса. Скорость у меня стоит, начиная стартовать 2А. Потом перехожу в режим SV1. Он переключает до 2F автоматически. Все. Теперь главное держать руль ровно в загонке. Ориентир край крыла. Все перекрывалось около 30 сантиметров. Или даже принять заморочки. Выцеплять, выцеплять. Расставаться с тобой я тысяч, но опять и опять. Попытаюсь на 7. Право от меня это мелиорация была. Копались, промывались три ножи. Кстати, скрытые шорты. Мы объезжаем. Я их объезжаю, точнее сказать. Слева от меня еще полоса осталась от загонки. Дискую я под озимый рапс, либо посеяна озимая пшеница, но она подросла в этом году, так как зима у нас была не снежная. Все две недели снег лежало, морозы стояли по полутора месяца. Скорость на данный момент 10 км в час. Компьютер дублирует. Он 2F стоит передача. Также повышаем, поднимаем передачи с помощью этого рычага, с помощью плюса и минуса на джойстике и с помощью этого рычага по желанию. Ну, для разных видов работ. Я в последующем об этом расскажу, что для каких работ применяется удобно. Применять это можно как это, что хочешь, но как лично мне удобно и как рекомендуется.